What a shame. It's only a game. Why you have to be mad? He's a good guy. Привет, друзья, это вам Боярышник, канал Гамелан, и сегодня у нас трамвай в Омсе 2. Такая вот не слишком бюджетная и довольно геморройная по установке и настройке замена Лотусу. На этом видео мы покатаемся по карте Грундорф 2017, трамвайной версии классической стартовой карты из ванильной версии игры Омсе 2. Думаю, каждый игрок, который открыл для себя редактор, рано или поздно пытался перестроить или как-то модифицировать Грундорф. У меня у самого было целых две версии этого маршрута, одна из которых, к сожалению, утеряна, а вторая, мягко говоря, не очень. Автор этой карты использовал контент из трамвайного дополнения к Омсе 2, который называется Don Straßenbahnen F6D Essen Gelsenkirchen. Но в самой игре карта из этого дополнения называется просто Трам, уж даже не знаю почему. В дополнение к ванильному маршруту 76 автор добавил еще несколько автобусных маршрутов, которые, как я понял, уходят за край карты, а поэтому для обкатки особенно интереса не представляют. Другое дело пара трамвайных маршрутов, которые ходят в пределах существующей карты. На самом деле, конечно, первый маршрут представляет собой укороченную версию второго, но все равно довольно мило, тем более, что в качестве подвижного состава автор использовал трамвайные вагоны Татра КТ-4, их узкоколейную версию, как, например, в Калининграде или в Пятигорске. А если есть Татра, есть и видео на канале Гамелан. Обратите внимание на новые стартовые точки, которые названы с указанием проходящих здесь маршрутов. Например, на новом кольце Einkaufszentrum оборачиваются оба трамвайных маршрута. Einkaufszentrum по-немецки значит торговый центр, и, кстати, здесь заканчивается еще и новый 74-й автобусный маршрут. Кольцо расположено направо от выезда с Nordspitze Bahnhofa, одной из конечных классического Грундорфа. А вот, кстати, и она. Окрестности железнодорожного вокзала обросли немножко домиками, появилось, кстати, здание самого вокзала вот здесь вот, ну и также трамвайное кольцо, которое встроено прямо в железнодорожную линию. Сюда вот за этот лес заезжает, кстати, 74-й маршрут и еще несколько декоративных автобусов. Сейчас он прогрузится, будет видно, по-моему, это 74-й. Как видите, автор нарисовал ливреи для городских автобусов и трамваев. Такая вот у них получается голубо-желтая окраска с белым. Немецкие надписи на корпусе означают городской транспорт Грундорфа. Кстати, само слово Грундорф, похоже, происходит от слов Грюн и Дорф, то есть это зеленая деревня. Я вам скажу, что два трамвайных маршрута для деревни не так уж и плохо. Ну вот, кстати, удачно попали на одну из проблем трамвая в Омсе 2. Автобусы не ставят их буквально ни во что и прямо сквозь них проезжают на остановке. Да, фактически здесь две трамвайных линии проходят параллельно. То есть трамвайная линия идет вот здесь вот по вот этому проспекту, по совмещенному полотну, оборачивается вокруг города, вот здесь мимо Кранкенхауса, то есть больницы. У больницы расположено оборотное кольцо первого маршрута, которое представляет собой укороченную версию второго, а сам второй идет дальше к берлинской стене, откуда через леса и поля возвращается к вокзалу по параллельной линии. Так что маршрут номер два можно считать, ну, практически кольцевым. Кстати, похоже, что автор карты планировал сделать съезд с линии по вот этому проспекту к кольцу железнодорожный вокзал, и даже оформил его в виде вот такой вот стройки. Но, видимо, как и все картостроители в Омсе, которые уже научились работать с дорогами и путями, но при этом не умеют создавать свои собственные объекты, автор этой карты уперся в отсутствие в ванильной версии игры соответствующих сегментов для того, чтобы соединить эти две трамвайные линии. Но решение с недостроенным съездом, ну, довольно-таки красивое, согласитесь. Вот, кстати, на остановку вокзал подъехал трамвайный вагон, рассчитанный на широкую колею. Сейчас будет хорошо видно, что колея на карте 1000 мм, то есть 1 метр, а тележки на этом вагоне стандартной европейской колеи. Давайте создадим нормальный вагон, рассчитанный на узкую колею в ливрее грундорфского городского транспорта. В этой КТ-4, которую я скачал с немецкого сайта, очень много вариантов окраски, разные варианты с фальшбортами на крыше, с разной светотехникой, с разными дверями. Есть узкие ширококолейные версии и даже вариант с классическим немодернизированным пультом. При этом салон трамвая всегда соответствует модернизированной версии Татра КТ-4. То есть никаких вам бежевых стен, сидений а-ля унитаз и всего такого прочего.
Но при этом доступен заводской вариант окраски, очень, кстати, напоминающий окраску трамвая в Калининграде. Правда, эта окраска доступна только для широких тележек, то есть Калининград закосплеить не выйдет. Но я бы все равно покатался бы на этом вагоне, если бы не одно но. У него почему-то не исчезает водитель при переходе в кабину, что, мягко говоря, осложняет управление. На самом деле, это, конечно, случайный глюк в ОМСе, которого здесь очень много, и я уверен, что если я поставлю новый вагон на пути, то водителя не будет. Вот так выглядит салон вагона. Как видите, салон осовремененный, здесь узкие мандриновые форточки, другие сиденья, другие ящики дверного механизма. Даже перегородка кабины, по-моему, немножко другая, и стоит такой вот автомат для продажи билетов. При этом ширмовые двери совершенно классические. Также конкретно у этого вагона сохранился старый пульт управления с ленточным амперметром и вольтметром. Я перехватил на линии вот такой вот трамвайный вагончик в городской ливрее, на узких тележках, все чин по чину. У этого вагона другая модернизированная кабина, здесь больше кнопок, больше приборов, реверсер вынесен к контроллеру, такую вот отдельную рукоятку. Но в целом все равно довольно уютно. Давайте попробуем его запустить. Ну и пощелкав пару минут по кнопкам, я осознал, что столкнулся с еще одной классической проблемой ОМСИ. Вагон просто тупо не едет. Он включен, он расторможен, у него включен реверс на движение вперед, пантограф поднят, все вроде должно работать, но он не работает. В других симуляторах иногда помогает пощелкать по случайным клавишам, но я не рекомендую это делать в ОМСИ 2, потому что вы рискуете случайно включить вот это. Единственный рабочий способ выключить этот кошмар – это выключить игру. К сожалению, даже удаление вагона не помогает. Ладно, в конце концов мне удалось заполнить вагон со старой кабиной, с правильными узкими тележками, но, к сожалению, появился он не на том пути. И это еще одна интересная особенность ОМСИ 2. Изначально задать направление движения трамвая или переставить его на нужный путь с помощью интерфейса игры не выйдет. К счастью, разработчики трамвайных карт обычно учитывают этот момент и оборудуют разворотные кольца оборотными тупиками. Так что все, что нам нужно, это доехать по встречке до конечной и желательно ни во что не врезаться по пути. Стрелки переводятся мышкой. Итак, товарищи, мы на верном пути, осталось перевести стрелку и подъехать к начальной остановке маршрута. А вот, кстати, здесь по параллельной линии подходят трамваи встречного направления. Единица идет до больницы, а двойка идет до конечной железнодорожной вокзала, на котором мы, собственно говоря, и стоим сейчас. Ну, по классике выбираем рейс, нам нужен второй маршрут, на нем выпуск два вагона. Первый ближайший рейс идет до торгового центра, он нам как раз и нужен, второй рейс идет до вокзала, все правильно. Возвращаем первый рейс. В начальной станции выбираем наш самый вокзал. Банхоф Норд, эта остановка называется. Жмем ОК. Нас предупреждают, что вагон, который был на нашем рейсе, отправится в депо. Мы его заменим. Теперь нужно выбрать время поближе к времени старта, чтобы не ждать это в реальном времени. Подглядеть нужное время можно в расписании, которое лежит сбоку. Стартуем мы в 11.05, так что можно поставить 11.04, это вполне себе заранее. Осталось только указать номер и направление маршрута в маршрутном окне вагона, чтобы пассажиры видели, куда идет этот трамвай, иначе они откажутся садиться внутрь. Теперь, когда на вагоне написано, что он идет по второму маршруту до конечный торговый центр, пассажиры выстроились в очередь. И самое время открыть им двери. Осторожно, двери закрываются, следующая остановка Гаусдорф. Да, с автоинформатором я работать так и не научился, впрочем, не уверен, что он есть для этого маршрута.
Прибыли в Гаусдорф, люди уже ждут наш вагон. Здесь, кстати, есть вот такое вот электронное табло, на котором отображается в том числе и наш рейс. Следующая остановка Вальдвег. По-русски это будет лесной проезд. Вальдвег, следующая Гренсвег. Подъезжаем к руинам Берлинской стены. Интересно, что в оригинальном Грундорфе стена стояла в неразрушенном виде. Такая здесь классическая какая-то социалистическая остановка. И реклама ОМСИ 2 при этом. Кстати, вот эти плакаты с надписью Demauer, то есть стена, вызывали проблемы с кодировкой, из-за чего карта не загружалась целиком. Плакат удалось починить, но некоторые объекты пришлось просто удалить из конфигов тайлов, после чего все запустилось. Следующая остановка Ланс Кранкенхаус. Больница имени Ланса или что-то в этом духе. О, прикольно. Можно ездить вслепую практически. Так. Ну и зачем я это сделал? То есть теперь эта штука просто берет и не опускается. Вот вечно я что-нибудь такое дерну. Ведь это ОМСИ, вполне возможно, что эта штука просто сломалась. И теперь она уже никогда не поднимется. Черт. Шторки эти... А, так. И скажете, есть специальная штука, которая фиксирует шторку. Как раз вовремя умудрились не проехать остановку. Что ж, можно и объявить остановочку, кстати говоря. Кругенхаус, дорогался следующее. Кто зашел, оплачивайте проезд. Будьте вежливы, уступайте бабке место. Вот эта форточка, она, кстати, открывается. Надеюсь, никому не дует. Кстати, заметьте, что пассажиры совершенно не жалуются на то, как я веду трамвай. Если я пробовал бы управлять с клавиатуры автобусом, меня бы уже заругали, просто там обзывали шумахером, не трава везешь и все дела. Может быть, это недоработка, а может быть, у трамваев просто настолько плавный ход, что... О, вот это, кстати, какой-то стрёмный Типсон был сейчас. Ветка на Кранкенхаус осталась позади. Остановка Дорферштрассе. Следующая Дорфауэ. Что-то здесь многовато названий с корнем Дорф, на мой вкус. А это что за станция метро? Фалькензейер Круг. Ну да, в Грюндорфе появилось метро. Интересное такое нововведение. Вообще, так понимаю, это пригород Берлина, потому что это земля Бранденбург, здесь Берлинская стена, все дела. Ну, соответственно, наверное, сюда протянули метро из самого Берлина. Кстати, дверь в кабину вот открывается. Выезжаем на совмещенку. Дорфауэ, следующая Шиллервег, Шиллеровский проезд. Хотя здесь вот строится какое-то ответвление куда-то налево, в поля. Но учитывая, что это карта 2017 года, сомневаюсь, что когда-то к ней выйдет дополнение. Шиллервег, следующая Эльстерплац. Ну вот и аварийный тормоз задействовал, чуть не проехал на красный. Пусть у трамваев нет коллизии с автомобилями, в ОМСИ 2, по крайней мере на этой карте, все-таки проезжать на красный трамваем это как-то немножко не камильфо. Случайно даже открыл двери, нажал не на ту кнопку. Причем открылись у меня только двери в первой секции. Что же довольно странно само по себе. Вот так вот почти вплотную притерся ко мне от Мерседес. Но не врезался. Вообще, кстати, надо сказать пару слов, наверное, о физике. Физика движения здесь есть. То есть трамвай подкидывает на кочках. Трамвай стрелки проходит, ее прям так ощутимо трясет. Но на рельсах нет стыков. Так что на ровных рельсах при, так скажем, плавном движении никакого там особого раскачивания или тряски не наблюдается. Это Эльстерплац, следующая Нордшпице. Зацените, кстати, вот это здание. Помню, на прошлом стриме кто-то убеждал меня, что в ОМСИ отличные текстуры. В то же время текстуры в ОМСИ.
Блин, да это прям next gen, не побоюсь этого слова. Самый настоящий next genище, будущее симуляции. Кошмар, это, кстати, ванильное здание из Берлина, по-моему. Так что это не какая-то криворукая подделка. То есть это определенно криворукая подделка, но вполне официальная от разработчиков. Ну вот, кстати, кочка была, непонятно откуда она взялась на путях, но вагон так неплохо тряхнуло. Вот. И в плане динамики, кстати говоря, мне нравится, как разгоняется, тормозит вагон. Очень похоже на тот же самый Train Sim World. То есть прописано скриптово, это Татра очень неплохо. Ну что ж, остановка Нордшпице, по сути, это тот же самый железнодорожный вокзал, с которого мы стартовали, но сейчас мы находимся на параллельной линии. И снова, кстати, с нами соседствуют два трамвайных вагона. Думаю, что один из них идет по маршруту, а второй пытается уйти в депо, но не может найти путь, потому что пути, да и, собственно, депо нет. Следующая остановка – Гартен-Зидлунг, дословно садовый поселок. Направо, кстати, поворот на Бауэрхоф, а слева – заправка, которая была в ванильном Грундорфе. Этот мужчина ведет себя очень странно. По-моему, он следит за женщиной на переднем сидении. То есть, по сути, он предается сталкингу, а сталкинг – это не круто, братюнь. Короче, придется тебе, мужик, заполовинить дверью. Ладно, следующая Encounter Center, конечная. Ну что, прибыли мы на конечную, вроде даже более-менее вовремя, если не считать последней остановки, куда я опоздал, божечки, на целых 3 минуты, вы только представьте, вот это опоздание века. Представили, меня бы за это, наверное, вообще расстреляли. А, кстати, мужик, который домогался той женщины, по-прежнему стоит там, где мы его оставили. То есть он отрапортировался вместе с трамваем, причем к нему присоединился еще и второй мужик, который же, видимо, в свою очередь домогается до первого мужика. Да, немцы странные ребята. А, еще интересно, что здесь табло абсолютно не отображает наш второй маршрут. Здесь все рейсы первые. А, скорее всего, это недоработка автора карты, потому что второй маршрут сюда точно ходит, он есть вот на табличке слева. Да и, в общем-то, деться-то ему особо больше и некуда. Несмотря на то, что я ускоряю видео, все равно видно лаги, которые есть даже на мощном компьютере в ОМСе. А, устал же их вырезать, честно говоря, при монтаже. Ну что ж, оптимизация это просто не про ОМСе. Ладно, я предлагаю прокатиться еще по первому маршруту, напомню, это короткая версия второго на самом деле, до конечной Кранкенхаус, так сказать, с минимальным количеством комментариев. А, единственное, что сразу предупрежу, что мне ни разу не удавалось проехать конечную Кракенхаус без вылета. Там всегда или крашится игра, или крашится трамвай, так что по первому маршруту рейсы всегда в один конец. We'll be right back.
На этой стрелке второй маршрут уходит направо в сторону Берлинской стены и вокзала, а первый маршрут, по которому мы сейчас следуем, идет прямо, где оборачивается на кольце Кранкенхаус. Интересно, что стрелка здесь автоматическая, но автоматическая как на железной дороге, то есть ее невозможно перевести из трамвая. Она работает по таймеру и переключается сама собой. А направление, которое открыто сейчас, отображается на светофоре. На старт. Все, стрелка открыта, наш выход. Смотрите-ка, этот рейс вообще довольно ровно получился. Могу ж, когда стараюсь. Ну вот, собственно, если кратко, так выглядит трамвайная версия Грундорфа для Омси 2. Не бог весть что, но представление о трамвае в Омси дает вполне полноценное. И, честно сказать, я не вижу особых преимуществ этого нового Лотуса перед Омси 2 в плане функциональности. В принципе, здесь все есть, по крайней мере, если мы говорим о вот этом вагоне Татра. Если помните, я как-то сделал короткий обзор на Татру КТ-4, собственно, в Лотусе, и, ну, сами видите, что сравнение выходит в пользу Омси. Любопытно, что первая часть Омси вышла в 2011 году, вторая часть вышла в 2013, а трамвай добавили в 2016 году, то есть через 3 года после выхода второй части. Лотус вышел почти ровно 2 года назад, то есть по логике вещей сейчас должна выйти вторая часть Лотуса, а еще через пару лет туда должны добавить какой-то принципиально новый вид транспорта. Насколько это реалистичный прогноз, судите сами, а лично я буду ждать нормального симулятора. Не стесняйтесь, поправьте меня или расскажите о вашем любимом симуляторе в комментариях. Задавайте вопросы и оставляйте предложения для будущих видео. Это был Иван Боярышник, всем пока.